Приехали мы с Гурзуфа в Ялту. Сейчас зашли в хинкальную, называется старик Хинкалич. Ну вот, цены, собственно, на хинкали. Основные блюда. Сладкое. Сейчас будем кушать и поделюсь с вами впечатлениями. Кстати, а вы знали, что хинкали надо есть вот таким образом? И хвостик у хинкалей есть нельзя. Принесли суп с чечевицей и заказал еще хинкали, заказал чай и что-то сладенькое. Покажу позже и после того, как покушаю, поделюсь с вами впечатлениями о каждом из того, что было заказано, а также чек, сколько это вышло. А вот это подача сладкого. Чайничек. Очень на вид вкусные сладости. Ребят, за эту еду мы отдали 1180 рублей. Супчик был, пожалуй, самый классный. Хинкали, ну, наверное, на 4 с плюсом не дотягивает пятерочки. А вот выпечка была пересушена. Естественно, мы свое недовольство высказали, но нам скидку на это не сделали. Поэтому учитывайте этот факт. Теперь, собственно, мы идем сейчас на таких люльках кататься. В общем, сейчас я вам покажу. Ребята, мы едем, короче, в капсуле двухместной. 500 рублей подъем вверх, туда и обратно со взрослого. Она так прикольненько покачивается. Сейчас вам продемонстрирую. Смотрите, как оно выглядит. Вот такая вот пластмассовая кабинка. Ну, вид тут 360. И мы едем куда-то наверх. Горы. Развлекуха еще та. Смотрите. Вот такие вот капсулки. Если кто не катался, ребят, и погода будет позволительная, ну, то есть не будет ветра, рекомендую прокатиться. Правда, страхово как-то очень, на каких-то веревочках, в каком-то туалетике пластмассовом ты едешь. Но мне нравится. Для любителей авто. Ford Mustang 66 год. Смотрите, какая красотка. Класс. Вживую он выглядит на порядок лучше, чем на картинках. Ну, конечно, такая уже модель, несколько требующая внимания. Музей автомобильного искусства. Я сейчас в выставке автомобилей истории в Ялте наверху, вот по канатной дороге поднялся. Сейчас вам покажу, какие тут машины есть. Вход стоит 350 рублей, взрослый, с одного человека. Модель Победы. Смотрите, какая она классная. Да? А еще не менее классная. Авторские наклейки. Можно, я так полагаю, купить, наверное. Fiat 124 Sportster 1978. Гляньте, какой он интересный. Ну, это, я думаю, все догадываются. Chevrolet Corvair C3. Ну-ка, ребят, вот если посчитать количество шагов. Восемь шагов длина автомобиля. Lincoln Continental Mark 4. Dodge Charger. Chevrolet Corvette.
Смотрите, какой. Ну, такие вот хот-род штуки я не особо прикалывают, но есть любители таких вещей. Volkswagen Жук или Battle по-другому. Камара уже свежая. Это у нас 2011 год. Такого сейчас с Армении добра у нас кучу таскают. Еще один интересный хот-род. Мотор не маленький, от грузовика все-таки. Такой же, как в фильме «Трансформеры». Гляньте, заднее колесо. Вот и наш герой. Это у нас Камаро. 74-й год, блин. Какого черта сейчас делают одно дерьмо? Гляньте, какой Мерседес интересный. Кабрио. Или вот это у нас Камара 89-й. Победа М20. ЗИЛ 130 пикап. Прикольно? Прикольно. Волга. Гляньте, насколько она низкая. Нива немножко. Даже в кадр не помещается для оффроуда. Такая прям нормально. Можно говно месить. Но это Dodge, я так понимаю, эксплуатируется. Mercedes. Кстати, тоже в очень классном состоянии. Скутера. Квадрик даже есть. Смотрите, какие колеса. Ах. Бьюик Электро 225 Custom 72 год. Очуметь. А по соседству с ним Кадиллак Дауиль Купе. Какого чего-то сейчас делают барахло, а не автомобили. Или вот это. Вы гляньте. Это просто шедевр. Покатавшись на канатной дороге и прочем, мы сейчас идем в католический собор, идем на концерт органной музыки времена года от Вивальди. Должно быть интересно. Съемка 4К, сложные условия для камеры. Ну, заодно будет интересно посмотреть, как 11T Pro на MIUI 14 и Android 13
все это дело вывозит. Стабилизацию не включал. То есть как он изначально стабит. Но я вижу, что немного подергивания есть. Снимаю с двух рук. Ялта. Февраль. Сейчас включил стабилизацию, но что-то, по-моему, дергается еще больше, чем без стабилизации. Это выглядит вот так. Ребят, хочу поделиться впечатлениями. Рекомендую сходить обязательно на концерт органной музыки. Мне очень понравилось, особенно Вивальди. Он хорош, а еще и вживую. Так это вообще бомба.